Всем привет, мои хорошие, меня зовут Максим, это канал GG Family, и мы продолжаем Resident Evil Zero. Итак, я вернулся за своим балбесом, потому что его сам забыл же в этой комнате. Так, и сейчас мы пойдем попробуем зажечь эту свечу и посмотрим, что там, что нам это даст. Это вот в этой комнате, насколько я помню. В принципе, должен я все еще помнить, потому что практически сразу и записываю эту серию. Так, так. Тут у нас больше вроде бы ничего, да, нету? Да, тут лифт. Ладно, меняем этого. И идем. Это пока пусть лежит, чтобы не мешалось нам использовать. Все, найс, зажгли. Что нам теперь, эта дверь откроется? Да, скорее всего, это она. Так, берем рибечку, заряжаемся и идем дальше, посмотрим, что там у нас. Рибечку. Зомби, мать твою. Стреляй. Еще. Ну что ж ты не умер, да, сволочь? Блять. Сколько на вас патронов-то надо? Так, ну патроны пока есть. Так, все, вы, пацаны, это? Не-не-не-не-не. Это я пока не буду брать. Это нашему чуваку. Так, что тут еще? Биология, социология, политика. Полка заполнена книгами и совершенно разными, на совершенно разные темы. Тут свечка у нас. В картотеке полный бардак, но нет ничего интересного. Натюрморт с фруктами в корзине. Некоторые фрукты на картине гнилые. Так, вот тут вот не хватает свечки. А как нам ее? Так, это какой-то шкаф странный. Так, а можно толкнуть? Толкни. Я говорю, толкни. Что ты бегаешь? Может, этим? О, точняк. Ну-ка, что у нас там? Так, Ребекка, бери. У тебя вроде место там должно быть еще. Добро. Или бог, бог, бог. А, книга добра, да. Так, гуд, год. Да, конечно, взять. Смотреть. Книга с элегантным переплетом под названием «Добро». Для своей толщины книга необычно тяжелая. И что? А, нифига себе. О, ребятушки, это же крылья. Здесь есть что-то внутри. Крылья ангела. Ништяк. Да все, все. Я знаю, куда их отнести. У меня еще и стрелка есть. Прям замечательно. Так, чувак, иди возьми ракеты. Ракеты, да. Ракеты мы возьмем. Гранаты. И обратно меняемся. Так, и бежим теперь. Обратно. Так, получается, сейчас ангела мы поставим с крыльями. Может быть, сравняется. У нас вес. Так, ну и это тоже захватим сразу. Микропленка. Место у нас есть. Так, главное, пока экономим патроны, потому что, блин, очень-очень жестко. Очень-очень не хватает их. Так, туда. Я уже, в принципе, неплохо здесь ориентироваться стал. Но все равно. Так. Выходим. Выходим. На втором, да, мы даже сейчас будем. А, как раз таки напротив ангела. Так, давай. Брать что-то туда правое. Блять, не хватает места. Ладно, тогда сделаем. Выброси. А, нет, а, да не, подожди. Да зачем? Не, подожди. Далеко от этого, что ли? Подойди. У тебя вообще есть место? Да, у тебя есть место. Например, вот это тебе обменять на пустое место. Все, ништяк.
убрать правую статуэтку. Сразу же можно смешать. Смешать. Найс. И ставим ее. Блин, ну теперь, наверное, хватит нам весу ее. А, нет, теперь... Да, надо, значит, еще одно крыло, только темное найти. Но где? Где его искать, хер знает. Так. Что у нас тут валяется? Чтобы еще тут выложить. Да, в принципе, мне тут все нужное. Ладно. Штука с часами, Все, я вспомнил. Вспомнил где. Значит, идем туда. Блин, нет, давайте сохранимся на всякий случай. Потому что я же не сохранился, когда хотел. Сказал, что сохранюсь. Но не сохранился. Бери. Ну, собери, пожалуйста. Молодец. Все, быстренько сохраняемся. Чётная машинка. Сохранить? Да, сохранить. Обязательно сохранить. Без этого никуда. Перезаписываем. Ребекка. Пятое сохранение у нас за игру. Все, теперь выбросить. И погнали наверх. Вон туда вот. Сюда, куда-то сюда. Так, а там часы, да? Но они потом откроются. Я так полагаю. Так, тут пока ничего не меняется. А я думал, крылья там будут лежать, потому что в то место, куда мы слазили за ключом, и потом у нас напала эта сороконожка большая, очень огромная. Там же что-то белое как будто было, а оказалось это ключ. Немножко странное отображение. Ну да, в принципе, ладно. Главное, мы нашли то, что хотели. Нашли то, что хотели, и это самое главное. Погнали. Ставим стрелку. Так, 8.15. Я помню. 18 часов повернуть стрелки. Да. Минутную стрелку на... Получается, направо. Да. Еще. И еще. Так, теперь часовая стрелка. А, налево, да, можно крутить. Хорошо. Так. 10.15. 9.15. И вот она. 8.15. А что, ничего не происходит? А, наверное, надо окей нажать. Дыньк, дыньк, дыньк. Так, а это что за дверь? Вот этого я знаю. Что-то там зависла она немножко. Ладно, одну дверь я знаю, а вторая где? Где вторая? Где вторая? Где вторая? Блин, нифига не помню. Мне кажется, я не находил вторую дверь. Так, зомби не добавилось, это хорошо. Значит, можем быстро отсюда свалить. Быстренько, аккуратненько. Так, где же вторая дверь? Я что-то это... Прям недоумеваю. Правда не помню. Где еще у нас двери? Закрытые, открытые, закрытые, открытые. Ладно, сейчас карту посмотрим. Ну, сначала в эту сходим. В первую, которую я знаю, она тут на втором этаже. А потом сходим... Ну, короче, потом посмотрим карту. Так, вот. Здесь. Мы совсем близко. Да, действительно, дверь открылась. Зомби. Все, патроны заканчиваются, ребята. Так. Ладно, давайте
дробыш тратить. 6 патронов, это никуда не идет. Я даже одного не смогу убить. А патроны мне все-таки пригодятся. Меняем. Блин, забыл скинуть это. Ух ты, как много! Помогай! У нас даже еще и патроны есть. Ништяк. Стихотворение. Луна поклонилась земле, той, что солнцу быть верной клянется. Так-то солнце в порядок везде, он основной всегда остается. Понятно. Стихоплет. Ой, еще один этот нашли мы. Это хорошо. Есть место у нас? Отлично. Так, вот какая-то еще статуэтка стоит. Патроны, чувак, патроны. Найс. Патроны для дробовика. Так, и сколько у нас всего там? 14,7. Ништяк, отлично. Прям замечательно. Часы можно смотреть как-нибудь? Ладно. Значит, возвращаемся в холл. Скинем сейчас ракеты. Даже как-нибудь зарядить бы сразу. Где еще? Может быть, в канализации, откуда мы пришли? А, вон же еще дверь. Я ж туда ни разу не ходил, точно. Так. Чувак. Скидывай. Ну, скинь дробовик пока. Сейчас возьмем гранатомет. Возьми. Зарядим его сразу. Да, взять. Его сразу смешать с патронами. И сразу же выбросить. Да. Собственно, все. И забрать дробовик. Тут бы его найти, конечно, сейчас. Так, дробовик вон где-то под ногами у этой. Ребекки. Нет. Так, а где куда дробовик-то делся? Классно. Не, ну вот же он. Да. Отлично. Так. Значит. Че, дробовиком походим, наверное, немножко. Патроны пока есть. Здоровье пока есть. Погнали, значит, сюда. Посмотрим, что здесь. На, у рыбы. Так, дверь. А где та дверь? Угу. Ладно, сразу тогда сюда. Почему бы и нет? Что-то где-то зомби. Ну, стреляй давай, Ребекка. Короче, надо как-то в голову им стрелять. Все. Пожалуйста, сдохните. Да, отлично. Ладно. О, где фильмы сейчас будем смотреть? Патроны для Ребекки, да, только? Блин. Какая ты сучка, а? Собирай, куда-то побежала. Это кто так ходит? Да, берем. Заряжаем. А у меня, кстати, пустой. Пустой магазин был. А сколько, интересно, в обойне? Ну, в смысле, в обойне это 15, наверное, подобрал я 30. И все. Так. Тогда обменять. Да? Сейчас будем смотреть диафильмы. Пацаны, у вас тут ничего нету? Диафильм. Угу.
Номер раз. Нет, еще надо вставить. Так, и что бы это значило? Что-то написано на сиденьях. Системный диск. Ништяк. Кадр микрофильма. На изображение получено путем наложения микрофильмов А и Б. Места в конференц-зале помечены числами. Зачем? Так, чуваку, сейчас давайте опять возьмем. Чтоб тебе взять. Короче, экономим патроны. Ты же не мы. Будем чуть-чуть экономнее. Прям чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, там что-то страшное началось. Так что я решил сюда зайти быстренько. В кране нет ни капли воды. Вероятнее всего, он сломанный. Ох, так, у кого там много места? Ну тогда сразу им и пойдем собирать все. Это нам все пригодится. Да, берем. Хотя бензина этого у меня уже до хрена, на самом деле. Все, погнали. Че такое, блять? Уходим, уходим, уходим. Я надеюсь, он тоже выйдет. Блин, надеюсь, что он выйдет. Я с такой тварью не хочу драться. Ты вышел? Да, ты вышел. Блядь, тут еще один. Уходим, уходим, уходим. Блядь, на них по-любому надо до хрена патронов. Так что... Не-не-не. Не надо мне это. Так, где фильм? Где фильм, где фильм, где фильм? Так, подожди. Чувачила. Во-первых... А нет, собирай канистру. Использовать, смешать. Блин, надо куда-нибудь вот сюда вот кинуть, чтобы она не мешалась. Выбросить. Так, у нас есть то, у нас есть то. Все, погнали. Так, я получаю нам, получается, нам в конференц-зал. Так, 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 в конференц-зал, да. Он где-то там. Где-то там недалеко. Но где? А, вот он. Все, найс. Найс, 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 найс. Так, у меня есть микрофильм. Или кто там? А, системный диск. Микрофильмы мы все потратили. Загрузка, проверка системы. Готово. Доступ получен. Система сброса активирована. Пожалуйста, введите пароль. 2D. 2D? Здесь нету устройства ввода. Клавиатура же вот у тебя. 2D. Все, я понял. Так. Файлы. Кадр микрофильма. 2D. Короче, третья сидушка и вторая в последнем. Все, я понял. Выходим. Выходим. Все понятно. 2D. Короче, вот тут вот. Угу. А, блин, надо на скорость. Все, я понял. Чувак. Я здесь стою. А ты иди туда. Ты там нажмешь. Ты даже будешь первым. 2D. Что это нам откроет? О, ништяк, рыцари. Рыцари раскрылись наконец-таки. Что нам это дает? Я думаю, надо сохраниться на всякий случай. В любом случае. Идем! Ага. Идем! А тут же, кстати, и дверь есть у нас. Погнали тогда. Блин, хотел сохраниться. Ну да ладно.
Надеюсь, все будет хорошо. Давай, вставайте. Так, мне кажется, там еще один, да? Да. Так, спасай меня. Добивай. Молодец. Красавчик, красавчик, чувак. Все. Вот сейчас ты молодец. Так, какая-то дверь. И еще какая-то дверь. И какие-то свечи. Хоть свеча и старая, огонь горит очень ярко. Сначала пойдем в маленькую. Что, даже зомби нет? Офигеть. О, блядь. Так, ждем их, ждем, ждем, ждем. На, иди сюда. Да, вот отсюда. Только развернись, пожалуйста. Да хорош, ну чё? Все, у меня опять закончились патроны. Так, синяя травка. Ой, записка. Все просто не в крови. Да блин, там записка лежит. Блять, отойдите оттуда, пожалуйста. Чё за баллон? Химикат. Засыпать его, да? Ништяк. Засыпали. А, уже есть, да? Найс. Как взять записку? Да, паразитка. Вот же записка лежит. А, вон, наконец-то. Записи участка первой исследовательской команды. Мы обыскали комплекс и обнаружили часть уцелевших химикатов. Ой, как и полагается. А, они, как и полагается, хранились в специальных баллонах. Мы только начали изучать их детали, пока не ясны, но пока, но как оказалось, при определенном сочетании некоторые препараты способны менять свои свойства. Вдобавок ко всему, в хранилище химикатов полный бардак. Скорее всего, это типичный произвол начальства, нежели последствия какой-то аварии. В будущем, после восстановления комплекса, вероятно, возникнет необходимость решить вопрос утилизации этих химикатов. Красный плюс синий, равно серная кислота. Зеленый плюс красный, стерилизующее устройство. Серная кислота. Короче, красный с синим нельзя смешивать. Я так понимаю. Да, возьмем. Блин, надо бы тоже взять. У чувака там что, тоже место есть, в принципе. Давай, хавай. Отлично. И соберешь вот эти все штуки. Да. Синий это вроде противоядие, насколько я помню. Если тебя кто-то отравил, можно схавать синюю. Так, ты ходишь за мной? Да, ты ходишь за мной. Ладно, пойдемте посмотрим, что за другое у нас двери. Опять зомби сейчас будут. Блин, ребята, у меня патроны заканчиваются. Какие зомби? Вы о чем? Нам было в первой локации ножик второй забирать тоже. Патроны. Так. Да. Отлично. Заряжай. Какие-то шахматы. Шахматная доска. Похоже, партия завершилась матом. Ничего. О, еще патроны. О, еще штуки всякие. Так. Чувак. Бери. У тебя есть куда? А, нет. Некуда. Так. Сейчас. Сейчас будет куда. Обменять. Вот так вот. Теперь меняемся. Смешать. Вот так вот. Да. Точно. И тогда мы соберем ракеты. Напалмовые гранаты. Отлично. Так. Эту херню. Ладно, возьми. Тоже.
Так и быть, возьмем. Что с шахматами, с этими делать? Что? Зачем? Ой, они двигаются. А, все, я понял. Я понял. Так, получается, черный король с самого краю, черная пешка возле ладьи. Ладья же называется, да? Да. Так, а белый король где-то вот там вот встал. Ну, собственно, все, я понял. А, так тут, в принципе, все-таки стоит. Значит, я правильно начал. Так. Я иду. Пока не ходи за мной. Нам надо к ладье, да, его подвинуть, получается. Так. Обходим. Толкаем. И вон туда наверх. Так, подожди. Давай, давай, толкай, толкай, толкай. Куда ты побежала? Толкай, говорю. Блять. Так, что-то случилось. Зло. Блин, эта книжка, в ней, походу, вторые крылья черные. Черные крылья в ней. По-любому. Так, а мне некуда брать. Блин. Мне некуда брать. Тебе тоже, да? Так, 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 так. Ладно, выбрасывай вот это вот. И бери книжку. Ну, давай. Да. Погодите, здесь есть что-то еще. Дневник Маркуса. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали. Новый вирус. Мы назовем его «Прародитель». Я хочу взять его с собой и как можно скорее начать детальные исследования. Мой партнер Спенсер подал идею основать компанию. Что ж, пока это не мешает изучению прародителя, я не против. Пускай делает, что хочет. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю почему, но этот человек становится слишком назойливым со своим детищем. Но думаю, я смогу использовать это в своих интересах. Для исследования столь загадочного вируса необходимо особое место. Место, где никто не будет мешать. Но люди Спенсера сегодня, от них опять поступили жалобы. Они думают, что прародитель – это еще один инструмент для получения выгоды. Вот ведь глупцы. С тех пор, как я занимаюсь своим исследованием, я без того отвратительный... и без того отвратительный голос этого человека звучит все громче. Я добьюсь коммерческого успеха прародителя, чтобы мне это не стоило. Необходимо сделать исследования более предметными. Наконец-то! Появилась перспектива создать нового штамм вируса на основе прародителя. В результате множества экспериментов решающим фактором стало скрещивание вируса с ДНК пиявки. Это первый успех этого вируса и первый усовершенствованный штамм прародителя. Бесполезно, я не могу надеяться на дальнейший успех, экспериментируя на морских свинках. Если я не начну использовать людей в качестве подопытных, исследование зайдет в тупик и уже никогда не выйдет на новый уровень. Кажется, кто-то заметил мои эксперименты в этой части здания, но мне плевать. Они помогут моим экспериментам, если будут мешать. Дело сделано. Мои прекрасные пиявки. Этим никчемным людишкам никогда не испытать подобное чувство удовлетворения. Теперь я окончательно заткну Спенсера и буду управлять всем. Я заметил следы использования одного устройства, спрятанного в моей комнате. Похоже, кто-то искал здесь те вирусы, глупые шавки. Наверняка все это дело рук с прихвостней Спенсера. Да блин, какая длинная книжка-то, а? По нескольким приметам на днях я обнаружил, что кто-то изучал вход в мою секретную лабораторию. Придется принять необходимые меры, если они хотят этого. Но пока что поручу Уильяму и Альберту разобраться с ворами. Эти двое единственные, кому я могу доверять, кроме моих прекрасных пиявок. Но Спенсер, это еще не конец, ведь так? Я объявляю создание Т-вируса на ближайшем совете директоров и получу наконец-то, что и заслуживал по праву. Дневник Маркуса. Больше нету ничего? Так, давайте книжку, наверное, опять надо осмотреть.
и открыть. Отлично, вот оно, второе крыло. Что-то есть внутри. Что бы это могло быть? Ладно. Все, теперь гоним обратно. Да дай пройти. Глупые шахматы. Глупые-глупые фигуры шахматы. Сама игра шахматы. Шахматы. Это не глупое. Так, ты за мной не пошел, да, дурачок? Играет там шахматы, походу. Сам с собой. Левой рукой. Идем! Ага. Пойдем. Ага, угу, ага. Так, а куда идти? Туда? Да, да, точно, точно, точно. Так. Получается, я с первого раза зашел в нужную дверь. Потому что она была ближе всего ко мне. Что и неудивительно. Нет, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Надо в большие двери выходить. Здесь нам делать больше нечего. Так. Вот они, да, точно. Блин, реально. Огромный особняк. Интересно, он закончится ли мы? Откроем какую-нибудь новую, просто... Какой-нибудь проход, не проход, в какое-нибудь новое место. И там еще опять будем, поэтому... Блять. Блад. Блад, скинь пока вот это вот. Почему нельзя использовать, допустим, да? Или можно? Ну-ка. Нет, нельзя. Надо только поднять, значит. Ну, давай. Да? Причем он даже не спрашивает, что... Какую? Белую или черную? Он понял, что белая стоит уже на своем месте. Отлично. Новый проход. Так, что-то там... Развернись, пожалуйста, Ребекка. Ну, давай. Так, все, бежим. Так, надо патроны от гранатомета скинуть, я думаю. И сохраниться. Да, обязательно надо сохраниться еще. Так, чувак. Скидывай патроны. Выбросить. Да, это гранатомет будем оставлять на боссов. Это может тоже скинуть. Потом смешаем с этой, с другой травкой. Что у нас еще можно выкинуть? Ну, давай выкинем. В принципе, если что, вернемся. Так. Подними. Молодец. И сохраняемся. Да, сохранить. Надо почаще сохраняться, как бы. Тем более, там еще где-то валяется 3 штуки. Так что вообще без проблем. Данные сохранены. Ребекка 06 Холл. Так, мы сохранились. Теперь можно вот это пока выкинем. Давай вот это тоже выкинем, наверное. Так, у тебя что? У тебя, в принципе, все нормально. Только давай-ка мы возьмем дробыш на всякий случай, потому что хер знает, что там внизу, вверху. Я не знаю, куда мы сейчас спустимся там. Или поднимемся, может быть. Ну, видимо, спустимся. Ладно. Ружье наготове у нас. Ты что такое? Да почему ты не попал-то по нему? Отлично. Так, я слышу там еще одного. Эй, ты где? Ребекка, ты можешь немножко пораньше стрелять? Все? Ой, еще один, смотри-ка. Отлично. На этот раз
Мы справились. Так, что у нас там по здоровью? Внимание. Внимание, внимание. Да нет, пока нормально, я думаю. Так. Ну, возвращаться я не хочу, просто закрыто. Там у нас что дальше? А, отлично, дверь. Открытая даже дверь. Обалдеть. Такого я не ожидал. Записюли. Список заключенных исправительного учреждения. Ну, тут, в принципе, да, ничего интересного. О, отлично, травушка. В принципе, можно сразу тогда ее... Да нет, не то. Хотя ты давай собери синенькую. О, тут сохраниться даже можно. Ништяк. Но мы не будем, я думаю, сохраняться. Ой, карта, это хорошо. Все, ништяк. Карта подвала. Тут что? Блин, надо было сохраниться, вдруг какая-то жуть. Не зря же здесь сохранение нам дали. Че, никого нет? Эй, где все? Где все? Так. Как я понимаю, нам куда-то туда. Но это оттуда. Закрыто скрепкой. Ну, погнали. Ребекка сможет достать до нее. Подсадить. Подсади. Подсоби, подсади. Почти залезла. К вашим услугам. Давай внутрь уже. Так за попку не трогай меня. И чё, где это мы? Какая-то пыточная. Камера пыток, да? Только зачем? Тут мутантов создают, а они пытают людей. Нету там ничего не осталось, ни у кого. Пламя загадочно мерцает в воздухе. Так, подвинуть надо, что ли? Нет? Ой, записка. Бери. О регуляторе напряжения. После недавнего удара молнии вышел из строя регулятор питания. Если бы бройлерная не была подключена к той же сети, никто бы и не обратил внимания на падение напряжения. Все оборудование находится в плачевном состоянии, его приходится постоянно чинить. Если вам необходимо срочно выйти, поставьте стрелку индикатора на 70. Только сперва убедитесь, что все подключено в сеть. Это чтобы нам дверь вот эту открыли, надо сделать 70, да? А где? А, все, вижу. Окей. Так, давай управлять. Ага, стрелочки, мои любимые стрелочки. Так, смотрите. Как понять, насколько они прибавляют? Ладно, давай вверх. А, смотрите. 4 деления справа. И оно поднялось на 1, 2, на 3. Так, ну если вторую? Тоже так. Нет, тут это как-то не связано. Давай тоже вверх. Так, это давай... Позже вверх, потом вниз сделаем. Мало ли. Вниз. Нет, не то. Не то. А можно вниз, да, первый? Да. Теперь вверх. Это тоже вверх. Вот. А если отмена? Нет, не то. Так. Значит, первый вверх, по-любому. Второй, мне кажется, тоже вверх. По-любому. Давайте этот вниз. Ой, как сильно-то. Не, не получится, значит. Так, это потому что немножко поднимает, а тот... Хотя вот этот сильно поднимает стрелку. Да, смотри-ка, вышло. Мне удалось с третьей попытки. Все, ништяк. Дверь открылась. Можно валить. Ой, и тут дверь открылась. Хорошо. А, ну это, наверное, оттуда и выход. Ой, и тут теперь можно будет пройти. Отлично, в подвальчике можно будет пройти и там все разведать. Зря тратите время. В смысле зря? Я уже облюбовал эту территорию для себя. А вы на нее вторглись. И так просто я ее не отдам.
Я тоже могу так смеяться. Опа, что за эти? Гориллы какие-то белые. И кто это? Ой, 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 отпусти, отпусти, отпусти. Сейчас будем драться, новый босс. Блять, вот это ты страшная что? Ой, это как так? Это просто бессмысленно. Так еще заставка. Ты в самом деле веришь, что этот чокнутый парень тот, за кого себя выдает? Невозможно. Но все же, если он не врет, Амбрелле конец. Это вы про того, что ли? Если всплывет старый заговор против Маркуса, то карьере Спенсера придет конец. Да и нашей тоже. Так что, время пришло. И что ты собираешься делать? Я просто скажу Амбрелле прощай. Созданное эти вирусом биооружие практически готово. Нам лишь осталось собрать боевые данные. Ты что? Серьезно? Я не брошу свое дело. Исследование Т-вируса закончено, но мне нужно время для завершения более мощного G-вируса. Ребят, вы лучше там у жены у своей там хочешь. Точку G нашли, а не я, как G-вирус. И заманю отряд Старс в особняк. Их превосходная боевая подготовка сделает из них идеальных испытуемых. Да, это как раз таки будет в первой части. Хорошо. Но с тем психом тоже надо что-то сделать. С каким психом? Помнится мне, в подвале этого центра расположена система самоуничтожения. Я найду ее, включу, и от этого места не останется камня на камне. Понятно, короче, как во всех частях Резидента в конце таймер, и за этот таймер надо что-то сделать. Удержусь. Насколько я помню, в каждой части такое. Че, надо бежать спасать? Так. Это что ты мне показываешь? Так, я здесь. Место сохранения. Подвал. А нет, я здесь. А, и Ребекка вот в зелененькой, да? Так, там желтенькие, там все открылось. А вот что такое? Ладно, побежим пока как. Ладно, сейчас попробуем помочь. Не знаю, как мне это получится. Обезьяна, обезьяна, иди лесом. Обезьяночка. Так, сюда, сюда надо. Блин, надо бы залечиться сначала, на всякий случай. Мало ли. Ты... Ой, там кто-то идет. Патронов-то. Так, а ты живой? Блять, ты живой, сука. Патроны, патроны, ништяк. Это то, что нам надо. Да. Так, давайте залечимся. Блин, не хватило немножко. Так, сюда. Так, надо патроны же взять, блин. Там для Ребекки очень много патронов. Так, подождите, подождите, пацаны, я Ребекку спасаю. Вы видите, что... Похоже, она может упасть в любой момент. Вы должны спасти ее, пока не стало слишком поздно. Так, понял, не сюда. Тихо, тихо, тихо. Отпусти, 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 отпусти. Отпусти, говорю. Успел, я успел выйти, мать твою. Так, да, отсюда, значит, я ее не спасу. А откуда? Все, я понял, через бройлерную, короче, надо идти. Бери патроны, собираем. Ребекке отдадим, она обрадуется очень сильно. Да. И керосин тоже берем. Пригодится. Сделаем много коктейлей Молотова. Да я бегу. Я бегу, я стараюсь. Думаешь, это легко? Поверь мне, что нет. Главное, чтобы пауков больше не появилось. Так, ну все, я выбрался. Так, а бройлерная, где она?
Вроде бы надо идти в сторону столовки. Вроде да. Так, берем. Сейчас скажет, нету места, да? А использовать можно сразу. Отлично. Теперь выкидываем. Выбросить. Патроны пока возьмем с собой. Да, Ребекке отдадим. Блин, сохранится, может? Да ладно. Я постараюсь добежать. Как-нибудь попробую. Так, да, вот. Вот она, дверь. Ой, зомби. Привет, пока. Привет и пока. Так, сюда, сюда, сюда. Ой, отлично, тут эти лежат. Давайте одну возьмем. На всякий пожарный. Так, дальше куда? Ага, тут у нас дверь. Больше некуда пройти. Ребекка, держись! Пошла нахер. Ай-яй-яй-яй-яй. Беги. Не-не-не. Ты что такая живучая-то? Блядь, сзади. Да бегу я, бегу. Блядь, куда бежать-то? Сюда? Ну куда-то зашли. Ой, надеюсь, туда. Чё, я не успел? Ребекка! Держись! Вытащу тебя! Блин, вот мне повезло, что я в нужную комнату зашел, а? И здесь сохранялка есть, отлично. Спасибо. Не благодари. Я держу свое слово. Мы ведь действуем сообща. Не забыла? Что такое? Это Ребекка, прием. Ребекка, это Энрико. Ты определила местонахождение Коэна? Прием. Ребекка, ответь. Ну-ка, сдаст нас или нет? Нет, сэр, не определила. Я продолжу поиск. Отбой. Блять, а вас не беспокоит то, что тут зомби, а они беспокоятся от каким-то заключенным? Мое первое задание, и я уже нарушила приказ. Да, нормально все. Отлично, сейчас, давай сосемся еще, и все. Отлично, начало карьеры в органах правопорядка. Но это мелочи, ведь жить мне осталось недолго, я думаю. Билли, мне лишь нужно знать. Я хочу знать правду. Ты убил 23 человека. Я не виновен. Я тебя не виню. Лишь просто хочу знать правду. Это было в прошлом году. Ну, заставочка, давайте, мне интересно. Наш отряд отправили в Африку для вмешательства в гражданскую войну. Нашей целью было укрытие партизан, расположенное в глубине джунглей. Опа, что такое? Но укрытие оказалось далеко от места высадки. А, их убили все, а на него повесили, кто-то да, это все? Кто-то умер от жары, а кто-то был убит врагом. В итоге выжило всего четверо. Только не было там партизан. О чем ты? Нас послали по дезинформации кретинов из штаба. Но с пустыми руками мы уйти не могли, о нет. Наш командир приказал атаковать мирную деревню. Ну, нифига себе. Избавьтесь от них! Убейте их всех! Сэр, прошу вас! Прекратите огонь! Заткнись! А, и на него все повесили, да? Выполнять! Нет! Не надо! Стойте!
И эти невинные люди были казнены? Неважно. Их уже не вернуть. Что было, то прошло. И еще, ты ж не винишь меня. Да, не виню. Но это важно. Слушай, мой отряд считает, что тех солдат в фургоне убил ты. Но я так не думаю. Это были те псы-зомби, так? Они атаковали фургон, но ты сбежал. Какая ты умненькая, а? Я права? Ты не поняла. У меня было только два выхода. Либо доложить морпехам и подписать себе приговор, либо убегать, куда глаза глядят. Вот и все. Так. Там дальше никуда нельзя пройти. Перед вами зияет огромная дыра, образовавшаяся в результате обвала потолка. Так, что у нас там по здоровью? Все отлично. Мы сейчас, я думаю, выйдем. Там опять эти обезьяны, да, будут? Но зато мы можем... вот так вот сделать. Потом... сделать так... сделать вот так. И давайте здесь мы сохранимся. Блин, надо сохраниться. Эти обезьяны какие-то жесткие вообще. Жесткущие, я бы сказал. Сохраниться, да. Сохранимся и попытаемся пройти как-то мимо них. Но там еще были двери. Я говорю, мне просто повезло, блин. Почему я побежал в эту дверь? Я боялся, что обезьяна напрыгнет на меня просто. Подвал, второй этаж. В подвале два этажа. Классно. Ну ладно, погнали драться. Куда деваться? Я уж стихами заговорил прям. Так, ну-ка, нож возьми, быстро. Нет, это нож, это не то. Умерла она? Одну убили, отлично. Так, бери патроны. У Ребекки-то теперь дофига патронов. Но вот у меня ни хрена. Или тут одна? Остальные сдохли, может быть, от кровотечения какого-нибудь? Чё, реально? Ну, это хорошо. На самом деле хорошо. Ладно, пойдемте сюда сходим. Что за место? Блять, быстрее, быстрее, быстрее. Тихо, тихо, тихо. Ребекка, ты будешь стрелять, нет? Ну-ка. Так, давайте попробуем Ребеккой, блин. Патроны тратить. Все равно до два патрона, да, тратится. Ладно, больше жизни только тратим на это все. Так, ну, по крайней мере, третьего тут не оказалось. Блин, я уже боюсь дальше идти, надо сохраниться нам. А нет, мы же сохранились там, перед обезьяной. Одинокой. Это что за... блять, да тут заблудиться точно можно. Ёшки-матрёшки. О, патрончики. Ну, нам сюда не надо. Посмотрим, что наверху. Так, панель управления. Нажать на кнопку. Не-не-не, пока не надо. Ой, сколько оружия! Это оружие, вероятно, подготовлено к утилизации. Выглядит довольно-таки изношенным. Да пофигу. Отлично, патроны. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Использовать. Есть?
чем полечиться. Не-не-не. Так. Ну, хотя бы, нет. Ладно, пока не тратим. Ой, я там что-то вижу. Похоже, здесь ремонтировали оружие. Часть деталей отсутствует, но и оно бесполезно. Вон там что-то лежит. Патроны Магнума? Давай. А где Магнум? Закрыто. Патроны бери. Отлично. Так, я зарядил. Ну, не знаю, нажимать, не нажимать. Давайте по другим еще дверям пройдемся. Где-нибудь сохранимся. И закончим на этом. Так. Так. Где там у нас сохранение-то было последнее? А, у обезьянки. Все, я вспомнил. Здесь что? Тоже открыто. Все открыто. Вы что, издеваетесь? Дайте мне загадки лучше какие-нибудь. Блять. Фух. Какой-то ключ. Ключ от шкафа. От того шкафа. Наверняка. Угу. Да-да-да, по-любому. Что, вернемся? Делать-то, в принципе, недалеко ушли. Знал бы, сразу туда зашел. Там уж патроны в шкафу. Где? Закрыто. Так у меня же есть ключ. Использовать. Отлично, да. Кейс. Кейс из дюралия. Ну возьми. Больше ничего нет. Ладно, побежали сохраняться, короче. По дороге еще посмотрим, что кто. Кто что на меня выйдет, может? На битву гладиаторскую. А, ну, в принципе, получается, что все. Больше идти некуда. Да? Получается, что так. Единственное, нажать на ту кнопку, значит, я пока что очкую. Давайте сохранимся. И закончим на этом серию. Да. Ну что ж, пока я делаю эти последние шаги. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео, подсказочки, что я, может, не так делаю. Подписывайтесь также на группу ВКонтакте, делитесь видео, все как обычно, ребятушки. Все, с вами, как всегда, был Максим, канал DJ Family. Всем пока, до новых встреч, пока-пока.